Всем привет! Вы на канале Делблин, и я снимал себя на протяжении 30 дней. Здесь я собрал самые яркие дни. Это бэкстейджи со съемок, концерт, Дубай. Но в конце мы сделаем кое-что интересное. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, ведь до миллиона осталось всего там, 200 тысяч. Ну что, это первое видео, снято на эту камеру. Здорово, конечно, чувак. У тебя новая камера, чувак. Да, чувак, привет. А, ты снимаешь? Скорее всего, все буду запечатлять. Привет. Привет. Здорово. Ну, это Глеб. За хуёвую съёмку. Или за хорошую уже съемку. Ты Глеб. Если вы нужны хуёвые кадры, ребята, напишите. Сегодня думал снимать свое самое дорогое видео. Я решил запечатлеть этот момент. Да, 100 бан тоже здесь. Сколько ты примерно потратил на это видео, чувак? Я не тратил 100 бан. Мы его папки тратим. Реально? Да. Ты вообще чувак, я понимаю. Это, кстати, мой брат Никита. Че хуёво? Так хуёво, честно. Мы с тобой в одной команде? Конечно. Я похож на... Ты очень важен. Ну-ка, подсними, сейчас выгляни. Я Стив Джобс. Новый Apple Watch. Хочу представить салфетку. Сослился. Ну-ка, потяни, брат. Брусточка, потяни. Короче, вот такая атмосфера после съемок. Вот так мы снимаем какие-то шоу быстренько, по сценарию, прикалываемся и едем домой кушать, делать свои дела, демонтировать следующие видосы. Вот так в целом все и происходит. Я надеюсь, вам интересно это смотреть. Поставьте лайк обязательно. И подпишитесь на канал. И можете в комментариях написать, нужны ли такие дни съемок. Короче, мы пришли играть в футбол. Мы часто собираемся с ребятами в целом. И... Чувак! Короче, Никита меня попал мячом, и у меня снесло микрофон. Но ничего, нормально, в принципе, не страшно. Сейчас мы будем играть в футбол, жестко зарубаться. И это один из вечеров моей жизни, который вы наблюдаете. Лайкуйте, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь. Эй, ты что-то это, чувак? Тебе чё? Приклеилась камера к рукам? Приклеилась камера ко мне, да. Ай, доля воровская, как и людская, не зубы. Мы спортсмены, нормальные парни, на самом деле. Просто занимаемся своим делом. Завтра куда? Завтра? Монако. Чувак. Сначала на Спартак, а потом... Монако. Опять чуть не снег. Ну что, сегодня новый день пришел на матч Спартак-Локомотив. Сегодня будем проводить время так, а утром полетим в Монако. Будем там тоже веселиться. Короче, как-то так. Надеюсь, будет прикольно. Я второй раз на большой арене. Такая атмосфера. Затестите? Че за хуй? Ну да хуй. Хуйня, имитация. Короче, у нас до вылета... Сколько, парня? Где-то минут 20. Ну да. Нам лететь где-то 5 часов, и мы будем уже в Монако. Что мы будем там делать, я даже не знаю. Пожелайте нам удачного, хорошего полета. И мягкой посадки. Я в туалет. Мы летим. Монако. Покажи свой портфель, ты показывал на видео его размер? Вот они говорят, что у меня очень большой портфель. Вот типа вот, типа кирпич. А у меня здесь все. У меня здесь вся моя жизнь. У меня здесь все, кирпичи. Может, мне тебя сними лететь? Ребят, ты там болтаешь. Камеры нет, на самом деле, у тебя, чувак. Ты просто со собой разговариваешь. Не так же. Короче, как-то так. Надеюсь, в целости сохранилось третье. Я очень на это надеюсь. Короче, мы прилетели, и тут 36 градусов. Очень душно и некомфортно, но все равно клево. Да. Очень горячий воздух, как будто вот на тебя феном дуют. Стоит, короче, не очень приятно, но надеюсь, повыживем. Пожелайте удачи. Лавки. Реально неплохая тачка. За влога, да, давай, ворухай. Я снимаю со 150 часов. Ты будешь весь кайф снимать на влог? Да не. Я думал, мы будем отдыхать. Так мы отдыхаем. Камера, она просто в 3 раза больше весит. Мы просто в 2 камеры можем с Виталий теперь работать. Микрофона нет. Чувак, в этой камере умный микрофон. Когда ты пишешь в эту сторону, он записывает эту сторону. Когда... Как вы выкусите? Эх. Темновато. Наконец-то. А что ты делаешь? Отдых. Просто, влог? Просто отдых. Типа влог 150 часов на хайпе? Не, просто момент. Влог с плохим парнем? Короче, настроение отличное. Будем отдыхать эти 5 дней. И 4 мая у нас клаб-шоу с Анчиком. Я еще не придумал, сколько я буду снимать, поэтому не знаю. Может быть 72 часа, может 150, может быть...
месяц вообще. Но это влог с моей жизни огромный, большой. И надеюсь, вам понравится. И вы поставите лайк, подпишитесь на канал, потому что 80% людей смотрят. После приезда мы поехали в магазин, и Константин сказал, что мне подходит вот такой костюм. Короче, мне купили такой костюм. Да. Короче, ну что, прошел наш первый день. Блять, микрофон. Ты же на микрофон вставил этот внутренний. Чувак, ну... Что это мокренький? Мы погуляли сегодня, поели вкусно, купили шмоток. Короче, хороший день в хорошей компании. Завтра еще один хороший день в хорошей компании. И послезавтра еще. И еще потом один день. И потом в Москву снова. Снимать видео, радовать вас контентом. Еще один новый день. Я не знаю, какой это по счету съемочный день. Ярик, за сколько вы бабок мужику отдрачили? Тогда она может воткнуться так. Ладно. Самое дорогое в этом доме? Я? Короче, приехали на яхту. Ярик нарисовал яхту, что-то с дуру сидит, говорит, да в пизду, вот так вот швыривает 500к рублей. И тупишь, к арбитрам зашел у него. Зашла ставочка. Это еще девчонки? У нас колоночка еще. Сразу девчонки? Да. Чувак, мы еще поедем, там будет вообще классно. Кайфуешь? Красиво, короче, кайфую. Жестко здесь. Надеюсь, вы тоже кайфуете за телефоном, за столом своим. И кушайте что-нибудь вкусное. Послезавтра уже домой, завтра обещают наводнение в Дубае. И не знаю, как будет в итоге. Если завтра будет опять наводнение, мы не улетим домой. У нас 4 мая концерт. Короче, полная жопа. Ну и что, не догадались? Че? Вы что, таки настолько глупы, что не понимаете, хотите сказать? Вы что, вообще не понимаете, с чем я так стою? Нет. Боже. Ты же понимаешь, Виталик, зачем я так стою? Просто игнорирую. Просто встал и стоишь. Да, блядь, Стян. Ты понимаешь, зачем я так стою? Ну, для чего? Ну, открытая поза, что значит? Добрый. Да, а что и доброе? Что доброе происходит? Да вы что, ребят? Да что ты показываешь? Да ёпты, хакс челлендж, нахуй. Вы что, не понимаете? Обнимашки челлендж. Ёпту. Я стою в открытой позе. Вы что, не поняли? Как тебе ощущения? Нормально, только я на минус вайбе, чтобы не поняли хакс челлендж. Я теперь тоже на минус вайбе, потому что мы не сразу поняли. Я тоже на минус вайбе. Короче, в час ночи летим хавать. Хотел бы себе такую машину? Честно, ну да, но я бы хотел другую. Но это хоть личная машина. Вот что. Короче, пришло вот такое уведомление. Нахуй ты орёт. Короче, буря будет. Ну, поливай, как старый добрый. Ну, разгони меня. Не хочу. Я не умею уже. Да умеешь, умеешь, давай, надо вспоминать. Мы приехали в мое заведение. Все. Что думаешь? Первая поездка, если сравнивать Москву. Монако. Сравнивать Москву. Монако. Ну, смотри, если брать вот этот район, то мы в России живем почти в таком же. У нас мосты такие. И дороги, в принципе, такие, метро есть. Несете, Россия намного лучше, ребят. Но это очевидно, Россия намного круче. 100%. Антикоператор теперь. Таким ебал. Вот я сфотал. Поветрюга. Походу, это будет последний 151 час. Ебану засветило. Бля, блин, вот так сейчас ловлю ее на руке. Ебать. Ментальная связь. Это может часик польет, а потом остановится. А, ну да, да. Чуваки, я же знаю прогнозы. Бассейн сейчас вверх полетит. Он километр в час как будто движется. У меня шапка слетит. Страшновато аж, нет? Ну да, будет жестко. Не просто так предупреждение пришло. У нас день пропон получается. Не факт. Может весело будет, если просто ливень. Такой себе вайб. А сейчас я снял. Надеюсь, мы не умрем. Жестко. Ярик, ну чё ж ты на очке-то? Потому что мы в этот момент... Монако. Просто не очень.
прям над головой. Ух, ёу. Ну, с утра мы проснемся, все пальмы полягут, мне кажется. Прям надо мной. Ну, короче, такие дела. Попали в не совсем удачную погоду, но, надеюсь, с нами будет все нормально. Сколько время? 6. Без рафлов сколько? 2. Дай, пожалуйста, телефон, Ярик. Проблема, мальчик. Это не будем. Держи, мальчик. Это не мой телефон. Держи, мальчик. Короче, у нас сегодня планы сделать трек и клип за один день. Приехали на студию, вот такую домашнюю здесь. Айбовый райончик вот здесь. Надеюсь, это станет популярным и это отличный бэкстейдж будет. Еще сегодня погода такая, 25 градусов. Ни жарко, ни холодно. Вы просто не представляете, насколько кайф. Еще после дождика воздух влаг. Вот такой райончик здесь. Нам очень нравится. Очень айбовый. Ярик мне предложил встречаться и гулять здесь. Майбовый район, особенно вон тот дом. Выбираем бит, короче. Пишу бит, короче. Вы кашу варить собрались или просто тут? Нет, надо... мы не будем кашу или варить. Или какашу? Какашу. Сначала нужно определиться с битом, пацаны. Вот то, что вы сейчас будете, вы просто потратите свою энергию на какой-то... Сразу уже другая эмоция. Его смонтируют, я никогда больше не буду снимать. Короче, пой про лето, что у тебя есть рыжий друг, лысый друг. Вот. Это я? Лысый уже. Нет, вот. Просто реально пиши последние дни, как ну, в магаз, деньги, да, полынтяга, да, обувь, ботинки, могу, сланцы, меня, не знаю. Сколько стоит яхта? Ярик, что ты? Что нужно тебе? Суетишь сразу, блядь. Скажи, что нужно. Лично тревоги. Что нужно тогда? Мне кажется, что это отличное начало. Сколько стоит яхта? Мы сейчас отдыхаем. Диафрагма и пой, бро. Открой диафрагму. Мы сейчас отдыхаем. Я такой милый. Иди покажи, как надо. Да, блядь, только вайпаем. Ладно, базара не трогай. А, похуй. Опять Ерик. Вселенной. У меня есть мечта увидеть кенгуру. У меня есть мечта увидеть слона. Что берем из этого? Ничего, наверное. Только про слона мне в душу попало. Короче, мы ничего не записали. Не получится клипа и трека. Трек. Вот, на, послушай. Я буду петь на... Да мы на чем? Куда ты включил, блядь? Ты так не можешь. Короче, летим мы домой. Ярик на минус вайбе, на колпаке. Завтра концерт, 6-го съемки. Дел много. Главное все успеть. Как-то так. 40 градусов, жара вообще не можем. Нормально. Пятый час и летим уже. Такие дела. Сегодня концерт, сегодня весело. Сегодня будет много народу. Если не ошибаюсь, 1500 билетов куплены. Чуваки, ролик все купил. Наша гримерка. Это алкоголь для 18+ летних. Вот эти сэндвичи. Это мой стандартный райдер. Потому вот что это что? Это какие-то дыры в колбасе, чувак? Это клещи. Орехи, макадамия, потому что... Да, они вкусные. Овощи, потому что мы здоровый образ жизни. А мой райдер где? А, чё? Мой райдер. Какой твой райдер? Ну, блядь, райдер у тебя так. Ну, в смысле, ягоды. По малину покусал, педа. Ну, вот такой райдер у Стопана. Посмотрим, что будет вечером. Что ты лечишь? Я чешпанчик. Ну, я по-доброму. По-доброму? Типа, по-доброму. У нас сегодня босс. Приедем? На дрипе. Тайсон Маржелла. Чё? Тайсон Маржелла, куртка. Чё? Оцени вот этот дрип. Так, ну это H&M. 2000. Ага. Очки Balenciaga. Ну, 40 тысяч. Штаны Balenciaga. 20 тысяч. Часы брата не продают. Вот, я чужой дрип ношу сегодня. Короче, это наша коллаборация с Мегамаркетом. И я не знаю, когда она выйдет, не знаю, выйдет ли раньше это видео, но мы сделали свой кейс с Мегамаркетом. Скоро это будет в продаже, скоро все увидите, не знаю, когда выйдет это видео, поэтому не буду еще спойлерить. Что это у них еле? Здорово! Этот человек занимается, делал блин точку ролика. Работаешь?
Я кондиции просто смотрю свои. Жим сделал ты? Ну ебать уже. Я тут умерзю. Короче, сейчас выход у меня уже. Буду диджей сейчас жестко. Я не смогу. Сначала для кайфа я вот видео 30 дней снимаю. Передайте привет сюда всем. Неожиданно на этот год залетел сегодня. Нормально народу. Так что увидите на реку. Выступил я, короче. Все нормально. Это влог твой? Да, 30 дней. Просто 30 дней снимаю в 30 минут. А, минута в день? Ну, типа того, да. Блин, тяжело попасть в минуту. Надо что-то очень завозное сделать. Я на руки встану. Я просто вот манил. Я вставляю. Все, вхожу? Yes! Были сегодня завозы мощнее? Были завозики. Вчера был завоз. Гаджишку снимаю. Гаджишка сделает. Давайте выключим. Он сорвет. Я не могу придумать. Не слышно. Слышно. Слышно? Там полетела вся аппаратура. Отвечаю. А ты что, волнуешься? Мистер Картошка. Я ебать волнуюсь. А что ты волнуешься? Я эмпатичный. Если кто-то волнуется, я волнуюсь тоже. И он волнуется, я вахуя. Желаю вам всем так. Приняли. И чужошка раздал. Я стоял, кричал, ряд. Ты красавчик, реально, соло сделал. На мимо мамому вообще ты заруинил. Да? Если вы думаете, что скучных дней у меня не бывает, то вы ошибаетесь. В такие дни я обычно дышу свежим воздухом, катаюсь на самокате, хожу в зал и делаю миллион подходов, расширяю свой кругозор и читаю книги. А, ну и, конечно, монтирую ролики. Короче, как-то так это все выглядит. Такой бэкстейдж. Не знаю, это видео 100% позже выйдет. Вот так снимаем как-то вот сейчас. Приедут ребята. И будем талантов оценивать. У нас должна была быть штанга 200 килограмм, но нам ее просто не привезли. Этот чувак может сжать 200 килограмм, и он весит всего 60. И вот он сейчас пробует заменить свой талант и поднимать своих друзей, и еще он поднимет меня. Был бы горилла, поднял бы его. Короче, если что, у нас сегодня выигрыш 100 тысяч и один победитель. Среди всех один победитель. Бородеевич. Не Бородеевич, не выигрывай сейчас. Ладно, короче, ребят, мы начинаем ролик, поэтому вот. Надеюсь, будет весело и вам понравится. Вот. Лео, правильно? Да. В ролике, где мы угадывали девушек. Ты рассказал свою историю про то, что ты хотел бы полететь домой. Сколько будет здесь лайков, столько он денег ему отдаст, ребят. Ладно. Сколько тут лайков, я ему столько денег отдам. И мы с ребятами собрали тебе 195 тысяч лайков. Что скажешь, получил деньги? Да, конечно, я получил деньги. Я скажу всем большое спасибо. Я не даже так ожидал такой подарки. Я сидел сам, я прочитал все комментарии. Я был просто в шоке. Такие хорошие люди. Вообще у меня нет слова. И просто большое спасибо. А в итоге полетишь домой? Да, обязательно. Полетишь? Обязательно. Я пойду домой посмотреть. Семья – это самый главный. Ты прав. 100%. Точно сверим, чтобы не было никаких погрешностей. 195 тысяч лайков получилось. Ты получил 195 тысяч рублей. Я тебя поздравляю еще раз. Вот. И удачи тебе слетать домой. Спасибо большое. Короче, мы сняли офис, и там уже сделали ремонт. Я этого не видел. Сейчас вы увидите первую реакцию на мой, точнее, на наш офис. Делблен.ру. Там будем всякие креативные штуки обсуждать и оценим ремонтик. Познакомим вас с ребятами. Даже гордость берет, что у нас супер офис есть. Здорово. Вот наша, значит, крепость, дворец наш. Да, дворец будет круто. Сейчас покажем внутри, что будет. Ай-яй-яй. Я уже...
Вайп есть. Цвет поменять вообще. По-другому вообще начал играть. Кресту. Тут спад у нас. Слышь, ну так-то жесткое рабочее пространство. Мне все нравится, вообще круто. Как прям хотел, будем. Все уберется, вот это будет красиво. Да, если бы ты приехал в 7, еще бы забрал уже. 7? Да. Ну что, в следующий раз покажем уже, когда мы довезем мебель и покажем, как будет на финале выглядеть наш офис. Короче, сегодня мы снимаем ролик «Угадай друга». Конечно, лучшего друга, вторую часть. 30 мая, вот так у нас большинство съемок происходит. Заканчик работы сегодня. Снимаем 3 часа уже. Что скажешь, что как ощущения? Снимаем меньше. Базару нет. Анчик, мальчик наш. Вставай, родимый. Анчик, мальчик, вставай. Суета, родимая. Суета. Вставай, братанчик, снимаем ролик, не забывай дедушку. Анчик, текила приехал, профит спрашивал. Всем привет. Ну что, сегодня 21 мая, мой день рождения. Я снимаю это видео утром, я встал сегодня в 8:30 утра. Продуктивчик жесткий. Самое удивительное, что я встал без будильника, но лег в 3 часа ночи. А родился я в 9 утра. Не знаю, как это совпадение или просто случайность. Ну, одно и то же, в принципе. Сегодня я отмечаю свой день рождения. Я снял замок. Да, он правда так называется. Замок Мансора. И он огромный, там 2 здания. Но сейчас приедет Данил с Тубаном. Не знаю, меня поздравят или что они. Они сказали, что я буду занят с 11:30 до 3 часов. Сказали, что я охренею от их подарков. Ну не то, что охренею, а просто меня это удивит. Ебать мозги нахуй. Все, у тебя последняя минута в этой шапке, чувак. Да, как ты думаешь, что будет сейчас? Ну, меня искусают ядовитые змеи. Плюс в прыгу с парашюта, плюс. Короче, у меня есть небольшая речь. Ты нам давно рассказывал об одной идее, которую ты хотел сделать, но у тебя то не хватало денег, то мозгов и так далее. Короче, это очень дорого стоило. Мы решили в твое видео сделать тебе небольшой подарок по контенту, чтобы твой день рождения 21 мая был самый красочный в твоем влоге. И поэтому мы купили тебе дом. И сейчас он вернется, тротила, динамита и фейерверком. Буквально через минут 40. Вот, можешь зайти внутрь, он это большой, но ебать дорогой. Ты говорил, что ты вообще хотел двухэтажный, ты бы знал, сколько это, блядь. Это вообще не то, что ты называл стоит. Ебать. Даже этот дом по размеру ебать, потому что он какой-то из настоящей листвы, качественного дерева, а не этих поленок. Я много гадал в голове, что делал, ну, что будем делать, но то, что мы дом взрывать будем, это висит. Ну, прикольно выглядит, кстати. Я правда хотел дом взорвать. Спасибо, парни, большое. Реально. Это хороший подарок. Нет, честно, я не знаю, что сказать. Я не ожидал такого подарка. Я про это сказал в лифте просто в прикол, потому что Данон часто говорил про это, про взрыв дома, хочешь ты это делать или нет. Но я и не подозревал, что он хочет сам мне дом построить, чтобы я его взорвал сейчас. Анчик, спасибо тебе тоже. Да ладно. Поспал я только что. Поспал. Да. Ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал Пацанов Асфальт. Обязательная подписка, ну... Тут без вариантов, потому что сейчас мы реально будем взрывать дома, я этого даже не подозревал. Мы думали, короче, перед этим пранком сначала тебя завести в дом и взорвать. Меня в доме? Да. Респект. Потом показать тебе это видео, типа вот подарок. Надеюсь, Ярику понравился реально подарок, потому что он реально крутой. Подарок? Да. Ярик тоже крутой. Собака защищает машину от того, что у нее здесь взрыв. Она типа людей охраняет, ну типа защищает. А именно жизнь. Динамит охраняет. Молодец. Значит. Дождь начался уже. Дождь пройдет быстро. Видите, там уже светло. Если дождь, он ничего не повлияет, потому что там все закрыто и крыша типа не протекает. И они знают про дождь, они говорят, чил. Прикинь, вот они все поставили, уходят, и там, тебе говорят, 5 секунд до взрыва, и раньше этого молния в дом. Я захожу, говорю, сколько вам? Не советую заходить, я могу ошибиться, и вы взорвете. Не знаю, они завозят или нет. Сейчас на заднем фоне взорвется дом. Раз, два, три. А нам сказали, что нас оглушит сейчас от того, как дом взорвется. И осколки могут у нас прилететь от дома. И это очень опасно и весело. И нам разорвет голову. Чувак, через буквально минут 7 этот дом будет нахер подорван. 221 тысяча лайков. Либо же 1 000 000 подписчиков. И мы взрываем 3 дома разными способами. Или мост. Если что, все выполнено максимально профессионалами, знающими свое дело. 25 лет в работе, у нас есть пожарная машина. И там самовоз, который все весь мусор уберет. Весь мусор мы уберем. Вон туда вон уходит мужчина, пиротехник, и нажимает кнопку, взрывается дом по команде. Мы хотели бы сами, конечно, эту кнопку нажать. Но тогда нам не будет видно. Да. Ну, ребят, смотрим вверх, когда полетит что-то, чтобы не прилетело сюда, на голову не упало.
Вот, ну так, в общем. То есть, по идее, в нас не может. Вот именно вот. Ну, вот, да, вот у меня уже пацаны стоят на готове. Ну, может такое сочетание. Может, да? Но я думаю, далеко. Перед тем, как мы взорвем дом, обязательно подписывайтесь на мой канал, на канал пацанов, на телеграм-каналы. Я боюсь. Сегодня мне 21 год, и в честь этого пацаны решили подарить мне дом, и мы решили его сразу взорвать. Как офигенно ты обращаешься с нашим подарком. Да не за что, парни. Пацаны, честно, очень страшно сейчас. И весело. Да. И я надеюсь, что этот дом не долетит до нас, но мы на безопасном расстоянии, так офигенно. Как сказали нам пиротехники, поэтому... Поэтому... Офигенно, давайте. Поехали! Чуваки, мы взорвали дом! С днём рождения! Спасибо, парни! Нюхай, бро! Ему просто пипец! Он в тотал его разнесло! Это весело! Но крыша не подлетела, я расстроен. Но на самом деле не оглушило. Да, не оглушило. Просто нас так запугали. Да. Я переожидал, да, переоценил, да, 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 немного. Взрыв крутой! Да? А вам как? Нормально. Но на 1 000 000 подписчиков мы делаем 3 дома. 3 дома мы взорвем. 1 000 000 подписчиков, ребят. Энч, чего? Как тебе взрыв? Эффектно. Че, ребят, вы досмотрели до конца этот влог. И надеюсь, вам понравилось окончание. Дом взорван. Вот все, что осталось. Все, что осталось на дома. Ставьте лайк, подписывайтесь на каналы. Пока всем, ребят, всем добра, удачи. Всем добра и позитива. И не материтесь. Вот оно, замок, поместье. Очень круто. Здесь очень спокойно, здесь очень тихо. Один из главных факторов, который я выбирал, это спокойствие, тишина и лес. Чтобы ребята приехали и смогли разгрузиться здесь. И просто вот быть в таком замочном вайбе, что нас никто не достанет. Еще длинные сосны очень вайбят. Сегодня очень крутой день. И то, что я сегодня соберусь со всеми своими друзьями, больше всего греет. Мы сегодня все увидимся. Привет, ребята. Вы пацаны. Попали на влог, сидневный влог Ярика Зелблина. Все верно, все верно. Вот это увидели, готов? Готов увидеть. Увидел. Не получилось бы, Таш. Неплохо, брат. Влад, как тебе замок? Влад, попить. Уважаемые зрители, я думаю, вам стоит опуститься в комментарии и написать. Поздравляю, Ярика, с днем рождения, потому что ему понравилось. Это да. Вы, правда, мило с вашей стороны? Ты прав, Лёха. Ярика, спасибо, нам было готов. Да еб... Было нормально, было. Ого! Жжём всех ребят и будем жёстко тусить.